Этот странный инцидент произошел в Китае. Видео сняла камера наружного наблюдения на улице одного из городов КНР. Все, кто посмотрел его, однозначно озадачились вопросом, что за сила отрывает автомобили от земли и бросает их в сторону. Как оказалось, причиной необычного ДТП стал стальной трос, упавший со столба освещения. Казахстанских полицейских ничем не смутить. Они останавливают нарушителя по всем правилам. Им подчиняются даже животные. Например, эта лошадь сразу же остановилась, не стала устраивать байку на трассе, в отличие от многих нарушителей. Интересно, какой же диалог завязался между нарушителем и полицейским? На видео массовая драка между участников свадебных кортежей в Алматы. Пока неизвестны ни мотивы, ни последствия. Видно лишь, что несколько молодых людей, участвовавших в потасовке, в конце концов разошлись в разные стороны. Это видео было снято в аэропорту Алматы и опубликовано в социальных сетях. Беспардонное отношение к чужому имуществу возмутило пользователей, которые вспомнили с десяток историй о сломанных ручках и колесах у сданных в багаж чемоданов. В Сибском районе Алматы сгорело кафе «Эвелина». Причины случившегося пока неизвестны. По словам очевидца, посетители и работники кафе были эвакуированы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Дорогие телезрители, напоминаем вам о том, что у вас есть возможность стать соавторами программы «Мобильный репортер». Поэтому, если вы стали свидетелями интересных, сенсационных событий, или же у вас имеются видео касательно актуальных тем, присылайте их на этот номер.